Ну что же, всем добрый-добрый вечер! Друзья, давайте решать этот зал аплодисментами. Друзья, все ручки вверх давайте поднимем, все-все-все. Энергию в ладошки направляем. И бурными аплодисментами приветствуем друг друга. Мы начинали! Наступил этот день отчетного концерта участников в проекте «Как стать звездой» 24 ноября. И зал, концертный зал «Истерия». Аплодируем. Давайте энергетику чуть-чуть больше. День, который войдет в историю этого проекта. Первый отчетный концерт. После него, к сожалению, 8 участников покинут проект. Но зато остальные останутся и будут продолжать свой долгий путь к звезде, так сказать. А в начале нашего проекта я хочу представить замечательного человека, Татьяна, которая является представителем компании Мэри Кей. Татьяна, я прошу вас подняться, мы вам также поаплодируем. Аплодисменты Татьяне. Большое аплодисменты! Ведь сегодня именно благодаря ней мы получили сертификаты, подарки и призы на общую сумму 250 тысяч рублей. Да-да-да, которые... достойно тоже аплодисментов. Сертификаты сегодня получат не только участники, не только жюри, но и все гости этого ресторана и смогут поучаствовать в лотерее, которая будет проходить в промежутках музыкальных перерывах. Ну, кроме операторов, они не получат ничего. Операторы тоже получат. Тоже, ну и слава богу, хорошо. Операторы, вам тоже отдельные аплодисменты. Сегодня наш проект снимает замечательная компания Bender TV, ребята. Что ж, для того, чтобы поучаствовать в лотерее, нужно будет заполнить листочки, которые сейчас раздадут по столам, написать свое имя и контактный номер, и в каждом музыкальном перерыве мы будем дарить подарки всем-всем-всем. Татьяна, я даю вам слово поприветствовать. Добрый день, дорогие друзья, господа и леди. Мы вас приглашаем в наш салон спа-процедур, который вы будете получать по данным сертификатам и удовольствие, которое вы потом продлить сможете дома, когда мы вас всему этому обучим. Удачи всем, счастья, благополучия! И также я хочу сказать еще одну замечательную новость, ведь подарочные сертификаты сегодня идут не на такую сумму, что вы можете получить какую-то скидку или еще что-то. Вы действительно можете на 5000 рублей бесплатно, не внося никаких средств, получить услуги по массажу, почине лица и многое-многое другое. Да-да-да, поэтому смелее-смелее заполняем купончики, оставляем их. И также рядом с купонами стоит специальная ваза благотворительности. Ведь участники проекта в день недоношенных детей выступили на концерте в детской городской больнице номер 17. И теперь проект «Как стать звездой» оказывает благотворительную помощь детям. И, в принципе, это база, если есть желающие оказать, так сказать, спонсорскую благотворительную помощь, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Да, достойно аплодисментов. Смелее поаплодируем. Ну что ж, друзья, я представляю вам ведущую проекта «Как стать звездой» Александра Синяк. Аплодисменты! А я вам представляю соведущего моего, Василий Жиленко. Кроме того, в зале присутствуют наши замечательные спонсоры, про которых тоже Саша пару слов еще скажет. В зале у нас присутствует также замечательная компания «Соляная пещера», которая уже представляла подарки для участников. Также присутствует компания «Киноаренда». И, в принципе, всех спонсоров, я не буду говорить в начале, но в каждой, так сказать, маленькой рекламе. Понемножку будем их указывать. А пока что всем спонсорам давайте поаплодируем. Спасибо вам огромное. Ну и для того, чтобы действительно красиво и мощно начать, давайте еще раз мощно, ярко, эмоционально друг другу аплодисменты! Также я хочу представить несменное жюри, которое было в первом этапе проекта «Как стать звездой» — Лямина Светлана Юрьевна, Николаенко Александр Петрович. И, к сожалению, по сложившимся обстоятельствам, Светлана Ивановна Вассербаум едет, и она очень старается к нам доехать, но пока ее нет, мы просто аплодисменты Светлане Ивановне Вассербаум! Да, в городе что-то страшное творится, мне кажется, весь город попал в одну громадную пробку. Ну а начинает наш концерт такой приглашенный гость с красивой песней. Пожалуйста, представляй, человек, который откроет концерт. Откроет этот концерт, повторюсь, замечательная девушка. Зовут ее Оксана Дроздова с песней «Звезда». Аплодисменты! Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу поздравить
наших участников с началом такого прекрасного концерта. И хочу сделать вам музыкальный подарок. Моя авторская песня, которую я сама написала. И это песня о любви и сложностях в любви. И относится она к жанру мюзикл, смешанный с кроссовером. Я бы назвала его так. У колдуньи зимы я прошу тишины, тишины, а не доброго слова. У колдуньи зимы погощу до весны, чтоб забыться в загадках былого. Мне дожди ворожба подарила успех, как отсрочить беду наденье. А любить безответно, сильнее, мощнее, мощнее. Аплодируем всем участникам друг другу.
Потому что именно от ваших аплодисментов зависит та энергетика, которой наполняется эта сцена. Ведь сейчас выступит та девушка, у которой за всю историю проекта, за весь первый этап была самая лучшая группа поддержки, которая даже выиграла в этой номинации. Ребята, если вы сейчас здесь, поаплодируйте. Театр Мы, аплодисменты Театру Мы. Друзья, нормальные аплодисменты, все аплодируем. Если сказали Театр Мы, но Театр Мы не поаплодировал, они мы еще в пути. Они слышат, и скоро присоединятся. Ну что ж, также мы на эту сцену приглашаем участницу, которая на прошлом выступлении заняла первое место, лидирующее в голосовании этапном. Да, рейтинг очень важен в этом проекте. Зажигательная композиция в кейптаунском порту. В исполнении Ксении Пушкаревой! Аплодисменты Ксюше! Названием «Как стать звездой». Аплодисменты Ксения Пушкарева, ее замечательная группа подтанцовки. Сергей Машков, Артем Скай, Светлана Байкова, Дарья Кузьменко и Наталья Масник. Аплодисменты ребятам, друзья! Ну что же, начинается вот эта вот самая эмоциональная раскачка, когда каждый участник будет выступать все круче и круче, все мощнее и мощнее. Следующий участник
за те несколько месяцев проекта, который уже идет, показал себя с абсолютно разных сторон. Он выступал и в зажигательных жанрах, он выступал и в лирических направлениях, и даже однажды спел дуэтом сам с собой. А сейчас он исполнит безумно крутую композицию. Это будет Владимир Никитченко. Аплодисменты! Конфесса от Владимира Никитченко! Thank you.
Владимир Никитченко. И уж 14 мая 2015 года он покорил всех этой песней на кастинге. И с того момента участвует в проекте, готовится к выступлениям. Вов, за что тебе огромное спасибо еще раз. Владимиру! А также ребята за этот первый этап пробовали себя в разных жанрах. Поп-музыка, рок, шансон и... И народная песня. И прямо сейчас очень интересно нам узнать, а какую музыку любите слушать вы, дорогие наши зрители и гости этого прекрасного ресторана. Друзья, кто любит тяжелый рок, поаплодируйте. Так, понятно. Они металлисты, все... это просто диджей и бармен, два металлиста. Отлично. Попсу кто любит? Так, тот столик, попсовики, понятненько. Народную музыку кто слушает? А, ну конечно, музыка включилась. Вот это была не народная музыка, если вы так поаплодировали. Друзья, ну сейчас, мне кажется, все зааплодируют шансон. Кто фанат шансона? Так, хорошо. Почему-то три столика вообще не хлопают. Мне кажется, они слушают что-то еще. Дабстеп, клубная музыка. Есть вот те, кто клубную любит? А, то есть вы у нас попса и клуб, да? Все, я понял вас. Ну что ж, друзья мои, давайте вот еще раз. Кто тяжелый металл любит? А вот можете теперь все-все-все вместе поаплодировать тяжелому металлу? Давайте смелее, аплодисменты. Ведь на этой сцене появляется Дарья Кузьменко. С песней группы Nightwish Nemo. Дарья, бурные аплодисменты.
Дарья Кузьменко! Друзья, это не аплодисменты, вы услышали настоящий тяжелый рок. Давайте нормальный заряд аплодисментов! Мне безумно нравится, как Дарья умеет глазами держать зал, как она в промежуток его направляет, и так целеустремленно. Она прям стреляет глазами, направляет их на всех зрителей. Ну что ж, Дарья целеустремленно направляет свою энергетику в зал. Но также замечательная энергетика есть у нашего следующего исполнителя, который, не побоюсь этого слова, завораживает своим голосом. Он покорил сердца многих участниц этого проекта. В том числе и в какой-то части и мое сердце. И зовут его Михаил Максимов. Встречаем Михаила, аплодисменты. Композиция «Жестокая Михаил Максимов с потрясающе сильной композицией «Жестокая любовь». Огромное спасибо Михаилу, и аплодисментов хочется больше, потому что участники волнуются, а энергетики здесь явно чуть-чуть не хватает. Зал. Да поправляйте, Катя, энергетика вообще нет, я остаюсь, я не чувствую вас, друзья мои. Давайте нормальный заряд аплодисментов.
Ну, вроде что-то есть, вроде так. Можно приглашать. Ну, так думаешь, да? Мне все покажется, не больше. Мне это некомфортно. Давайте, как всегда, ребят, ручки быстренько поднимем и громко-громко похлопаем, потому что следующая участница безумно волнуется. Аплодисменты на сцене. Следующая участница, мы сняли ее волнение, и это Оксана Степанова. Встречаем Оксану аплодисментами! Оксана выступала в 17-й детской городской больнице на концерте для врачей, мам недоношенных детей. И поэтому мы вручаем тебе маленький такой презент от компании-партнеров. Это подарочный сертификат на 3000 рублей. У тебя будут те процедуры, которые написаны. Ты сможешь сделать их совершенно бесплатно. И также мы вручаем тебе сертификат также на 3000 рублей от турфирмы «Волна путешествий». Спасибо тебе огромное. Аплодисменты Оксане Степановой. Благотворительность – это здорово. Мы напоминаем, что вы тоже можете немножечко заняться благотворительностью. Вот специальная корзина для благотворительных пожеланий, пожертвований. А мы постепенно переходим к следующему участнику. И, друзья, знаете, он поражает своим вокалом каждое свое выступление. Причем он делает это настолько разнообразно, что каждый раз ты с нетерпением ждешь, чем же он удивит. Встречаем Артем Скай! Танцы на стеклах! Поддержим бурными аплодисментами! Thank you.
унесла. Тихая мольба. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах, я бы не исправил. До глубины души проверяющая композиция «Танцы на стеклах». Спасибо тебе, Артем. А также Артем покорил народной своей композиции, которую мы сможем увидеть в трансляции чуть позже. Ну и спасибо Артему. И еще раз аплодируем. Еще раз поаплодируем, да. Ариас, зал начинает. Я чувствую его энергию. Ну, постепенно энергия. Вообще-то это неправильно, когда сначала энергия исполнителя передается в зал, только потом зал что-то передает обратно. Нужно наоборот. Именно от вашей энергетики наши замечательные участники так здорово выступают, поэтому каждый раз аплодируйте все больше и больше. Друзья мои, и мы плавно переходим к следующей участнице проекта. А следующая участница – это Ольга Богусловская, да? Нет. А что ты? Вот что у тебя спрашивают? Я думал, что красивая, скажешь. Ну, Ольга Богусловская – это красивая девушка, но она выступает чуть-чуть попозже. Следующая участница у нас исполнит песню, которая безумно понравится нашему фотографу. Алена Чайко с песней «Малолетка». Давайте поаплодируем Алене. Аленочка, извини. Это совсем не Ольга Богусловская, это поймете чуть позже. Поэтому еще раз аплодисменты Алене Чайко. Что не смогла изменить себя. И детский ее знак был другой герой. Не такой. Ты подарил ей счастливый билет, к ее ногам выбросил целый свет. Скандал, она устала, ты ее достал.
что не смогла изменить себя. И в детских ее снах был другой герой. Не такой. Стала девчонку малолетку, не губи любя. Старше и сильней, но не нужен ей, не нужен ей, прости. За то, что не нашла живые слова, за то, что не смогла изменить себя. И в детских ее снах был другой герой. Не такой, не такой. Оставь девчонку малолетку, не губи любя. Красивая она, но не для тебя. Старше и сильней, но не нужен ей. Не нужен ей, прости. За то, что не нашла живые слова. За то, что не смогла изменить себя. И в детских ее снах был другой герой. И вы знаете, друзья, когда звучала эта композиция, скупая мужская слеза побежала по щеке диджея, жене которого всего лишь 19 лет. Давайте еще раз Алене поаплодируем. И Аленочку мы не отпускаем со сцены, потому что она также принимала участие в первом благотворительном концерте и также получает 2 сертификата. На сумму 3000 рублей от компании «Волна путешествий» и на сумму 3000 рублей от Мэри Кэй. Аплодисмент Алене. Ну что ж, а я хочу перейти к следующей участнице, которая является самой скандальной личностью нашего проекта. У нее сегодня, помимо того, самая большая группа поддержки. Ребят, похлопайте, группа поддержки, аплодисменты. Я думаю, все понимают, о ком сейчас идет речь. За этого человека мне пришло в сумме более 500 сообщений. При этом эта девушка одна из самых прекрасных на проекте, мне кажется. Сейчас тебя возненавидела еще 1 000 000 человек. Ну и пускай. Ну, Вася, не переживай, что его ненавидят. Я тоже об этом не беспокоюсь. Поэтому представляю... Ты тоже беспокоишься о том, что меня ненавидят? Да, это было лично Васино мнение, я к этому не имею отношения. Суть не в этом. Я представляю замечательную исполнительницу, потрясающую звезду интернет-совещаний, Мария Синоверская! Аплодисменты Марии!
ты не был, я тебе навстречу руку протяну. Теплым небом от беды тебя я укрою, сберегу. Ничего не желаю взамен ожидающих нас перемен. Люблю сплетни, потому что они поднимают рейтинг. Как я уже говорила, что звездами становятся тогда, когда начинают говорить про тебя гадости. То есть Мария уже открыла секрет, как стать звездой. Вот суть проекта. Пока про вас не говорят гадости, вы не звезды. И у нас первый поклонник с букетами. Машенька, чтобы ты оставалась такой же красивой, жизнерадостной, мы подарим тебе замечательный подарок от компании Мэри Кей. И аплодисменты Марии Синоверская! Спасибо, Машенька, не слушай всяких злоумышленников, ты просто супер, спасибо тебе. Друзья мои, и мы плавно переходим к следующему участнику, чьи выступления каждый ждет постоянно. Каждый ждет в предвкушении того, что увидит что-то потрясающее, потому что каждое его выступление — это театральная постановка, это театральная история, это настоящая драматургия. Ну и на этой сцене замечательный участник Сергей Машков. Встречаем аплодисментами! Сорвать, кричать. Самое сердце.
Весь реквизит. Нам понадобится все пространство. Уважаемые помощники в проекте. Где наш помощник? Пожалуйста, уберите стол и стульчик со сцены. Мне понравилось, официант такой выходит с кухни, и другой его такой, иди, иди. Он такой, я в телефоне, я ж хотел, зачем я должен это делать? Ну что ж, друзья мои, а следующая участница споет настоящий гимн. Женщины, я бы даже так сказал, мне кажется, гимн женской революции. Мы встречаем бурными аплодисментами. Алену Емельянову с песней «Революция». Аплодисменты мощнее, мощнее. Алло, да? Хорошо, скоро буду, да. Все, жди, давай, пока. Кто звонил? Что сказал? Ну, меня клуб позвал, я иду. Не идешь? Я иду. Не идешь? Я иду. Сказал, ты не идешь в клуб? Я иду. Я сказал, ты не идешь в клуб? Я иду. Я сказал, ты не идешь в клуб? Любовь моя, и она меня, как я ее.
Алена Емельянова для вас выступала. И шикарная женская группа поддержки. Давайте еще раз всем девушкам бурные аплодисменты. Аплодисменты девушкам в зале у нас прозвучали. А следующим я хочу представить участника, которому безумно повезло. Так. Я не побоюсь этого. Я думаю, зал меня поддержит аплодисментами после его выступления. У него на самом деле потрясающий голос. Ну, это да, в этом ему отказать точно нельзя. Кроме голоса, у него есть шикарное обаяние. И поэтому я не буду больше ничего говорить. Я думаю, мы просто объявим, что это Иван Окладников. И мы аплодисментами встречаем Ваню. Аплодисменты. Нет, друзья, это... Ваня, я в чем-то месте вообще обиделся просто. Давайте еще раз, друзья. Иван Окладников. Поехали, сделаем красиво. Прокачаем все вместе, всех нас. Вот так, да. Поехали. В первый день весны земли нечаянно мы встретились с тобой. Падал белый снег, и розы не цвели, но к нам пришла весенняя Друзья, не стесняйтесь, выходите в центр танцевать. Первый день зимы на краешке земли нечаянно расстались мы. Друзья, для всех тех, кто сегодня пожертвовал походом на футбол, сообщаю, Зенит Валенсия 2-0! Кончилась любовь, когда пришла зима. Недолг был сезон. Красиво,
это сердце мое. Еще раз. Это сердце мое. Аплодисменты вам, накладников. А я вижу, зал начинает. Наконец-то. Мы сегодня делаем рекорды. Еще нету 23, а у нас уже танцующие персоны в зале. Аплодисменты девушкам, которые танцевали. Аплодисменты Ивану. Да, мне кажется, потанцевать сегодня можно и даже нужно будет. Тем более, что сейчас, наверное, самое время. Потому что сейчас мы объявляем небольшой антракт. Давай. А ну-ка, Алешка, включи-ка нам что-нибудь. Как у вас настроение? Ребята, аплодисментами покажите, как у вас настроение. Так, я понял, давайте так. Кто из вас будет громче, девушки или парни? Давайте сейчас все девушки в зале покричи, похлопаем, девушки! Ну, а я тогда отвечаю за парней. Парни, давайте! Парней больше. Так, а теперь свободные девушки, внимание, Саша отвечает за парней. Подходим к ней, узнаем, кто есть. Давайте еще разок, девушки! Парни! И все вместе! А, нет! Бармен! Давай, один, давай! Красавчик! И все вместе! Аплодисменты! Мы начинаем вторую часть нашего отчетного концерта. Да, уже давно пора начать, мне уже не терпится узнать, кто же будет на сцене. Но я-то, конечно, знаю, мне не терпится поделиться с вами этими замечательными артистами. А поделюсь этой информацией все-таки я. На сцене у нас появляется Анна Скурлатова, которая носит псевдоним Кошечка. Вау, Кошечка на сцене! Аплодисменты Кошечке! Мяу. Скажи мяу. Мяу. Ну да, Кошечка, еще раз аплодисменты. Thank you.
Анна Скурлатова! Это что, это аплодисменты были? Друзья, нормальные, нормальные аплодисменты! Маленькая очаровательная зажигалочка, Аня. А мы переходим к следующему участнику. А мы переходим к следующей участнице. Потому что это будет Маргарита Ракунова. Ух, я в предвкушении. Больше аплодисментов, прекрасная леди. А ты заметила, что после перерыва музыкального у нас зал чуть-чуть так потух?
Потух, думаешь? Да. Мне кажется, они просто выпили все, и как бы нужно новые порции заказать, и тогда сразу пойдет драйв, пойдет. Официанты, надо к столикам подойти, спросить, что там они хотят, мало ли. Водки все. Ну ладно, шутки шутками, мы переходим к следующей участнице. Не менее замечательная и шикарная девушка, с не менее мощной энергетикой. Эту девушку будешь представлять ты. Хорошо, я уже ее представил. Ксения Стрижаченко, под ваши бурные аплодисменты. Аплодисменты Ксюше, и я вернусь в свой микрофон. Композиции, которые заслуживают еще более бурных аплодисментов. Я, может, идти за света не вижу, но мне кажется, столик Марии Саверской хлопает больше всех. Потому что шикарные фанаты. Мария добрая душа. Она поддерживает всех. Друзья мои, следующая участница не менее нежная и шикарная. Это замечательная девушка Ольга Богусловская. Ну и мы встречаем ее на сцене все-таки бурными аплодисментами всех столиков. Теперь не я пою.
Очень трепетно и нежно исполнила эту композицию. Спасибо вам, Ольга. И аплодисменты в этот момент вообще были уместны, и музыка погромче была. Мне показалось, что кто-то из гостей сейчас такой «Everybody» издалека. Ничего себе. Ну, а мы приглашаем следующего участника, который сегодня готовил еще и музыкальное сопровождение. У него даже живое музыкальное сопровождение. Виктор Белов на этой сцене. И композиция «Лодога». Друзья мои, замена композиции. Что-то еще более мощное. Пока Виктор готовится, так вкратце скажу. Это человек, который всегда удивляет. Он удивляет игрой на необычных музыкальных инструментах. А также тем, что каждая его песня абсолютно в новом стиле и в новом звучании. Он является студентом театрального вуза параллельно. Да, то есть прям вообще молодец Виктор у нас, поаплодируем ему. Сегодня подготовил какой-то сюрприз. Ну что ж, микрофон Виктору и аплодисменты Виктору! Your heart.
every song. Sick breakdown on your couch, we made love the first time, and they say to me, something about this place, something about lonely nights and lipstick on your face, something, something about my own Nebraska ride. Убирается аппаратура со сцены. Аплодисменты в зале должны звучать. Виктор Белов. Ну что же, снова удалось ему удивить всех, включая даже нас. А я знаю, что следующая участница также удивит зал. Каждый раз у нее безумно творческие выступления, но в этот раз это будет вокал. Это будет что-то особенное. Наталья Масник с треком «Помоги мне». Аплодисменты, Наташа! Наташенька, мы ждем тебя на этой сцене.
фонари глазами желтыми нам свели сквозь туман. Любить я раньше не умела так огненно, пламенно. В душе моей неосторожно вы разбудили вулкан. Помоги мне, помоги мне, желтоглазую ночь позови. Видишь, гибнет, ах, сердце гибнет в огне дышащей лаве любви. Нам попугай грозил загадочно пальмовой веточкой, а город пил коктейли пряные, пил и ждал новостей. Вы называли меня умницей, милою девочкой, но не смогли понять, что шутите вы с вулканом страстей. Помоги мне, помоги мне, желтоглазую ночь позови. Каменный по-прежнему пьет и ждет новостей. Закат опять окрасил улицу красками дивными, но грозовые тучи кружатся над вулканом страстей. Помоги мне, аплодисменты. Спасибо. И ее помощник Михаил Максимов. Наташа показала очередное интересное театральное представление. Посмотрим, что же покажет нам следующая участница. А следующая участница покажет нам народную композицию. Светлана Байкова с песней «Шел казак». Аплодисменты. Девушка шла и к нему подошла.
поняла, что случилось с тобою, дружок. И вот девушка шла, и к небу подошла, что случилось с тобою. Молодой, я вас сёдра ловил под водой. Буйна речка быстро не поймала сёдра. Зачерпнул я воды сапа. Говорила дичина ему, и как тисты глазах на дыму. Уходить не спеши, сапоги просуши. Разведем костер на Серьезно, что я тебе руку протягиваю, чтобы ты красиво спустилась, а ты микрофон отдаешь. Вот они, современные девушки. Ну что ж, друзья. Вась, мы отвыкли. Что? Мы отвыкли от этой интеллигенции. А, да, вы отвыкли. Ну ничего, ничего. И поэтому я приглашаю самого интеллигентного мужчину нашего проекта. А можно, прежде чем мы его пригласим, я хотел бы узнать, друзья мои, а как вы относитесь к творчеству Трофима? Вот есть такие фанаты Трофима в зале? Вот тот столик, да? Потому что дело в том, что сейчас, прежде чем мы пригласим сюда нашего интеллигентного участника, выйдет сам Трофим для того, чтобы исполнить песню. Ну, по крайней мере, именно его голос вы сейчас услышите. Ну, а на этой сцене у нас Трофим в лице Андрея Кирьянова. Аплодисменты Андрею! Горячая вода на кухне, греюсь в холодильнике всю ночь, закаляюсь по неволе, все бактерии прочь. Потолок ледяной, стены ледяные, тоже круче родины родной. Пока мама папа рожи, в 7 утра пора бежать на любимую работу, хочу своровать, лишь бы было там чего-то. Вон, говорят, в Сибири на заводе кашмаш, мужики точают гири, деньги делят на шабаш. Наши танки стали легче, стал короче миномет, но зато намного крепче, но скулистый народ. В нашем цеху по заточке булавок нам нечего дать на подпольный прилавок. Одна зарплата, да и то не всегда. Слава богу, есть машина, потанцюрить иногда. Эх, дал бы кто взаймы до следующей зимы и позабыл об этом.
точку во второй микрорайон. Размыта перечи, единая семья. Знают все товары поровну, на дом и родня. Фигня, вы до них как комар на заднице. Миллионы голодранцев с ядерную полицей. И к тому же с нашей думой чисто всенародную. Сколько денег не давай нам сидеть голодным. Там любого могут дернуть на сена. И плевать, что ты в натуре всенародный депутат. Упокайся при народе, где почем и сколько раз. И хотя и на свободе, но закон всему указ. Вот если бы не яркутся, шапузи и беде. Наши власти коммунальные на родной ГИБДД. ГИБДД, ГИБДД, ГИБДДРНАУ. ГИБДД, ГИБДД, ГИБДДРНАУ. ГИБДД, ГИБДД, ГИБДДРНАУ. Янки сдохли бы на следующий день. Рассчитывали, что когда он пройдет шапочкой, мы пополним бюджет проекта. Но, видимо, такие времена, что не дают. У нас денег в долг займы. Но выступил, мне кажется, очень здорово. Андрей Кириллов! Ну что же, я более чем уверен, что не менее здорово выступит следующая участница с шикарным вокалом. И не только с шикарным вокалом, но она каждый раз театрально покоряет нашу сцену в совершенно разных жанрах. Алина Юлдашева! Аплодисменты Алиночке!
А Нина Юлдашева перенесла нас в атмосферу начала века в Чикаго. Шикарная-шикарная девушка. Мы готовы представить следующую участницу. Я думаю, что да. Мы готовы увидеть следующую участницу. Тогда встречаем... Анну Страутман! Под ваши аплодисменты. Госпожа Михайлова, прекрасная, она приехала, она вот она, я смотрела, я пела свою страстную песню и думала, когда же в эту дверь зайдет эта прекрасная женщина, на самом деле, она зашла.
Еще сегодня с утра Оля была в Москве, она давала там небольшой мини-концертик на корпоративщике. Потом она слетала в Африку. И сейчас она примчалась к нам из аэропорта. Ольга Михайлова! Аплодисменты для Ольги. Она завершает сегодняшнее выступление участников в проекте «Как стать звездой». The song here in my heart, the melody of stars man can't complete. Listen, the sound from deep within, it's only beginning to find release. All the time has come that my dreams to be heard, they would not be pushed aside. I'll turn into your wrong, I'll cause you won't decide. I am alone at a crossroad. I'm not at home in my own home, and I try to say what's on my mind. You should have known. Шикарное завершение нашего концерта. Еще больше аплодисментов Ольге. И вот сорвало у меня это выражение, что на самом деле шикарное завершение. Оленька, спасибо, что ты успела. Спасибо, что ты старалась. Ольга Михайлова, аплодисменты. Это было завершение первого отбора. Отборочного. К сожалению, да, сорвало, не сорвало, но это завершение нашего первого отчетного концерта проекта «Как стать звездой». Исполняю композицию для шикарной женщины, которая находится в этом зале. Сопровождала нас весь первый тур. Угадаем? Есть в Питере прекрасная мадам, высокая и испепеляет взгляд. И каждый, кто с ней чуточку знаком, пока коснуться будет.
здесь однозначно знают все. А кто не знает, вам не повезет. Ведь даже пусть понравитесь вы ей по-доброму, но все же застебёшь. Замечательной песней вывел нас с Васей на сцену для не особо замечательного момента. Ну такая, не, песня хорошая, да, мне про Александра. Не, песня очень крутая, на самом деле. Давайте еще раз Алине поаплодируем. Алине еще раз спасибо. А Саш, прошу... Да, извините, я перебью, потому что прежде чем мы сделаем страшную вещь и скинем всех очередь, ну не всех, а восьмерых с этой сцены, я хотел бы обратить внимание на один очень хороший и красивый, интересный факт. Дело в том, что у одной из участниц проекта «Как стать звездой» вот уже 20 минут, как наступил день рождения. Мы приглашаем на эту сцену Алену Емельянову под аплодисменты. Аленочка, сколько тебе исполнилось лет? 19. 19 лет? Поздравляем тебя! Аплодисменты! Ален, с днем рождения! Мы желаем тебе творческих успехов, продвижения. И, наверное, именно сейчас я объявлю, что Алена является той участницей, которая проходит во второй этап проекта «Как стать звездой». К сожалению, она единственная, кто проходит. Ребята, вы не в танцах. Всем удачи, до свидания, ребят, спасибо за цветы. А подожди, Ален, давай тебе еще что-нибудь такое. Слушай, а можно все-таки взять какой-нибудь такой день рождения у человека? Я на свою ответственность беру. Держи. А я тоже хочу. Почему у тебя ответственность что есть, она? А у меня нет? Аленочка, а я на свою... Аленочка, я на свою ответственность возьму с этой стороны тогда. Аленочка, это тебе. Аплодисменты Алене Емельяновой. Ей сегодня 19 лет. И сегодня она переходит во второй этап проекта «Как стать звездой». Слушайте, а мы можем потом на видео просто поставить стоп-кадры, такой закадровый голос? Алена выбыла из проекта такого-то числа. Что было дальше? Друзья мои, ну а сейчас я очень рад, что вы вышли сюда, потому что впереди самое сложное, самое страшное для каждого из вас. Мы будем приглашать по одному человеку на сцену и говорить, прошел он дальше или нет. Приглашать будем по порядку. Я знаю, что хочу. Я, наверное, вот эту белую бумажку уберу. Нет, дай мне ее. Я не всех помню просто, кто прошел. Просто я... За этот долгий период помню всех. Я надеюсь, что все участники... Порядок. А не важно порядок. Вот они встали, мы сейчас и начнем. Участники вышли на эту сцену. Все участники здесь. Аплодисменты, посмотрите на своих соседей. Ну, Василий говорит, мы начнем по порядку. Поэтому ты называешь имя, а я говорю, что мы делаем дальше. Итак, только сразу не объявляй, проходит. Так, у нас все снимают. О, Миша снимает. Привет. Повезло всем операторам. Он один остался. Участники, вы готовы? Итак. Все готовы? Давайте еще раз поаплодируем им. А я не готова. Для кого-то из них финальные секунды в проекте. Ксения Пушкарева. Ксения Пушкарева переходит во второй этап проекта «Как стать звездой». Аплодисменты Ксюше. Больше. Зал. Хлопаем. А вот перейдет ли Владимир Никищенко? Вов, выходи на сцену под аплодисменты. Владимир Никитченко уже сразу пошел в ту сторону, где те участники, которые перешли. Они одинаково одеты даже. Но на самом деле он это сделал не зря, ведь Владимир Никитченко перешел на второй этап. Дарья Кузьменко. Даша, у меня для тебя есть новости. Я не знаю, обрадуют ли они тебя или расстроят.
К сожалению или к счастью, тебе вновь каждую неделю приходить на проект. Ты в проекте! Ксения Пушкарева, Владимир Никищенко, Дарья Кузьменко продолжают участие в проекте «Как стать звездой». И следующий участник – Михаил Максимов. Миш, ты очень хорошо держался все выступления. Ты шикарно показывал себя. Но есть один минус. Ты не смог прийти на прошлый тур. Знаешь, это никак тебе не помешало. Ты в проекте! Ты знаешь, он так тебя ненавидел сейчас. Мы так забирали листочки и объявляли следующего участника. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Оксана Степанова! Наша зажигалочка Оксана! Оксана, я сейчас сделала огромную глупость. Не посмотрев список, я отдала его Василию Жиленко. Да, я знал, что я не смогу это сказать. Оксана. На самом деле, это сейчас не шутка и не радость, и не счастье, да. Потому что Оксана встает с правой стороны от меня. К сожалению, Оксана Степанова покидает проект «Как стать звездой». Оксана, давайте поаплодируем. Наверное, это снилось мне в печальных снах, но мне надо было это сказать. К сожалению, это так. Оксана Степанова, к сожалению, покидает этот проект. Ну что ж, посмотрим. Радостный или грустный уйдет следующий участник. Пока что он радостный, выходит на сцену Артем Скай. А я вот не радостная. Мне вот не нравится гонять участников. Поэтому, Артем Скай, у меня на самом деле опять печальная новость. Я печальная, а ты должен быть довольный, потому что остаешься в проекте и переходишь во второй этап. Ну что ж. Следующая участница, которая поднимется на эту сцену, Алена Чайко. Алена, у меня есть вопрос один. Ну, иди сюда, смели. Почему выбрала именно песню «Малолетка» на такой отчетный концерт? Просто у тебя... Ну, я понимаю, что она клевая, да, но... Ой, бунт какой, смотри. Мне кажется, даже если ты сейчас вылетишь, тебя просто не выпустят. Но, тем не менее, почему? Ну, если помнишь, у нас было все-таки задание на очередной концерт выбрать одну из песен, которую мы уже исполняли, поэтому выбор был невелик. И из всех исполненных, ну, это была самая живая, сексуальная. А ты считаешь, что она была лучшей, да, у тебя? Да! И нет, платье было классное. Возможно, тебе надо было взять самую лучшую песню. И у тебя будет шанс сделать это, ты в проекте! Аплодисменты, Алена Чайко переходит во второй этап проекта «Как стать звездой». А на этой сцене появляется Мария Синоверская. Вот, на самом деле, мне нравилось, я думаю, я ее объявлю, а ты скажешь, и страшный результат. На самом деле, она тебе не поверила бы сейчас. Почему у тебя не поверила-то? Получилось, потому что невозможно выкинуть Синоверскую сейчас из проекта, если вот не прокатила. А, ладно, Маш, ты в проекте, аплодисменты. Аплодисменты Марии Синоверской. Забирай свой листочек, я не знаю, кто там дальше. Александра Синяк. Спасибо большое. Сергей Машко. А чё мне так не везет-то сегодня? Ты специально мне отдаешь тех людей, которые проходят в проект «Как стать звездой» во втором этапе. Сергей Машко во втором этапе. Чё, испугался, Серёг? Круто, я сказала. Мне понравилось. Да, красотка. Но на самом деле не все из тех, кого я сейчас объявлю, пройдут дальше. Там будут люди, которые, к сожалению, но не пройдут. Их выше. Ты, ну, да? Я не буду сейчас говорить, кто из них. Пока что Алена Емельянова. А что, Алена Емельянова, с днем рождения, ты в проекте! И следующие участники твои. А, ну да, Алене, ты можешь сказать, что в проекте. Ну, а на этой сцене появляется Иван Окладников. Вот, мне кажется, Ваня такой жизнерадостный, он даже когда попадал во вторую группу, он всегда радовался. Поэтому даже если сказать, что он не в проекте, он радостно станцует, скажет спасибо и красиво уйдет, да? Красиво тебе не придется уходить. Ты в проекте, Ваня. Ну а после Ивана Охладникова на этой сцене Анна Скурлатова. Аня. Аня почему-то за меня спряталась. Можешь твою руку? Прости, пожалуйста. Аня, к сожалению, выбывает. Поаплодируем Ане. Блин, ты так жестко это говоришь. Это вот я не знаю, я не умею, понимаешь? Это ты провел ночь с девушкой, говоришь, спасибо, у меня нет телефона, я тебе не перезвоню.
Правда, я не могу говорить пока такие страшные вещи. Пока у нас Анна Скорлатова и... Давай ты будешь говорить те, кто не в проекте, я буду радовать. Не-не-не, пока, пожалуйста. Сейчас. По-честному, два через два, давай. Хорошо, давай, два через два. Маргарита Ракунова! Маргарит, это нечестная смена. Этот день должен был достаться тебе. Потому что Маргарита Ракунова, и ты должен... Блин! Маргарита Ракунова, к сожалению, покидает проект «Как стать звездой». Аплодисменты Маргарите. Маргарит, спасибо тебе огромное, но вот так решило мнение жюри. Маргарита. Следующая участница тоже зажигалка, тоже милая, очаровательная девушка, тоже оказывается на этой сцене. Ксения Стрижаченко! Вот это вообще неудача. Это вообще мне нельзя было давать человека объяснять, объявлять. Ксения Стрижаченко, к сожалению, покидает проект «Как стать звездой». Аплодисменты. А что так нечестно? Почему у тебя две смены разнообразные, а у меня одинаковые? Давай. Все остальные приняты. Ха-ха-ха. Ребят, давайте поаплодируем чуть-чуть, если слишком тускло на сцене. На этом... И на эту сцену поднимать... На самом деле, прежде чем ты вот сейчас объявишь, ребят, если вы выбыли, ничего страшного. Будет следующий сезон, мы вас обязательно будем ждать, потому что вы клевые, да и так приходите. Это вот, знаешь, вот, да. Это, да, дешевое. Вот, типа, давай останемся друзьями, да, вот. Типа, да, давай мы расстанемся, но мы будем созваниваться изредка, детка. Да, секс-подружка. Ой, ладно, все, давай, дай еще. Ольга Богословская. Мне вообще так некомфортно сейчас. Вообще, давай поменяемся местами. Почему давай. Ты стоишь с той стороны, а я с этой? Хорошо. А с этой стороны плохие новости, блин. Оль, к сожалению, вы не попадаете дальше. Конечно. Я хочу поблагодарить организаторов этого замечательного конкурса, Александра, Василия, и жюри, которое очень адекватно, наверное, оценивает и говорит очень правильные вещи. И вообще хочу поблагодарить всех, с кем я участвовала. И я надеюсь, что мы поддержим дальше. Аплодисменты Ольге Богословской. Она разрядила эту атмосферу. Спасибо огромное. А мы будем ждать тебя дальше. И на этой сцене появляется Виктор Белов. А Виктор уехал, по-моему. Виктор уехал. Но он остается в проекте. Он ехал, ехал, но он остается и вернется к нам. Аплодисменты Виктору. Аплодисменты Виктору. Твоя смена закончилась, теперь моя. Ты издеваешься, Саш? Тут крутые остались, кто проходит. Или нет, я не знаю. Наталья Масник! Я ненавижу тебя, Железка, я тебя не люблю. Да, это полностью взаимно. Я вообще не хочу больше с тобой работать. Я пошел. Почему ты выбрал такие смены? Кто график расставлял? Наташ, ты не проходишь, прости. Наташ, мы тебя любим. Блин, а что мне сейчас надо было сказать? Наталья, мы останемся друзьями, простите, звоните мне по вечерам. А я вот сейчас смотрю на следующую участницу. А ты уверена? Да ненавижу, не уверена. Я вообще хочу уйти отсюда. Это даже шок для меня. Я скажу, отвали, моя смена. Следующий участник? Светочка. Ты потрясающая. Степана Байкова, да? Просто что-то пошло не так в самый последний момент, потому что предварительно ты должна была проходить, но, к сожалению... Но, к сожалению, видимо... Светлана Байкова встает справа от нас. Аплодисменты Светлане! Итак, следующий участник. А следующий участник — это моя смена, и отстань уже мне называть. Ну, давай. А следующий участник у нас Андрей Кирьянов. Андрей, спасибо тебе за все. Я не смогу тебе сказать, это просто стать этим ребятам. Прости. Андрей не проходит дальше. Да ну, печаль какую-то в зале. Аплодисментов, да? Печаль, аплодисментов, аплодисменты! И Алина Юлдашева на этой сцене. Я не посмотрела сейчас же. Что, там все хорошо или все плохо? Ой, там все плохо было до этого. А сейчас все хорошо, Анин, ты в проекте! А теперь замечательные участницы, можно же ничего не говорить, Ольга Михайлова и Анна Страутман остаются в проекте. Анечка, пожалуйста. Извините, пожалуйста, я хотела бы, если это возможно, если вы позволите мне это сделать.
отдать свое место? Ба-ба-ба-бау, нельзя. Почему ты хочешь отдать свое место? Саша, подожди, подожди. Подожди, стой. Почему? Саша, почему? Нет. Стоп, ты можешь участвовать в проекте? Можешь участвовать? Все, иди. Не-не, ну, пожалуйста, Саша. Пожалуйста. Александра. Все равно хотите. Потому что нефиг свое место отдавать в проекте. У меня выключился микрофон. Я... Дело в том, что у меня есть много опыта, у меня есть много сцен в Питере и не только. Я хотела бы, чтобы кое-кто более молодой, чтобы вы, если можно, дали этому человеку шанс. Можно? Кто? Света Бойкова. Да! Мне очень трудно это далось, потому что тут все три человека, за которых я болею. Спасибо. Ну, знаете что, друзья? А я на правах организатора, который занимается этим проектом с мая месяца. Можно? Давай, да, есть просто такой... Друзья, сейчас все внимание. Вот... Я надеюсь, замечательные члены жюри Александр Петрович и Светлана Юрьевна поддержат меня. Анна Страутман и Светлана Бойкова продолжают участие в проекте. Друзья, я сейчас объясню. На самом деле, можно я скажу? Потому что ты заставила меня сказать Свете и Андрею, что они не в проекте, поэтому это скажу я. Друзья, вот, ну, вы молодцы. Вы тоже молодцы. И есть один бонус. Каждый из нас, то есть я и Саша... Диджей, ну зачем ты напился-то уже, а? Вась, хватит стоять спиной к залу, антипи. А, прости, я просто смотрю на ребят, кого-то из них я вижу завершительный раз на этом проекте. На секунду. Все-таки я скажу, ну давайте. А как председатель жюри, и мы посвящались, что именно этим ведущим, которые вас знают с нуля, так же, как и мы с Александром Петровичем, дано право спасения еще двух душ. Хотя Александр Петрович тоже хотел спасти еще одну душу, но которую спасли вы. Поэтому Светлана Бойкова все равно бы осталась в проекте. Александр Петрович отдал голос именно ей. Аплодисменты Александру Петровичу и Светлане. Более того, скажу честно, невзирая на правила спасения одной души, я Саше сразу сказал, я спасу двоих, и Света одна из этих участниц. Свет, то есть как бы тебя три человека уже спасли, ты остаешься. Есть и еще двое, кого мы спасем. Ну, Ань, вот куда ты встала? Встань сюда. Ты в проекте, а? Да-да-да, давай, все, молодец. Это не спасение, это как бы, да. А давай сделаем так. Сейчас у нас в проекте «Как стать звездой» во второй этап перешли Анна Страутман, Ольга Михайлова, Ксения Пушкарева, Владимир Никитченко, Дарья Кузьменко, Михаил Максимов, Артем Скай, Мария Синоверская, Алена Емельянова, Светлана Бойкова, которая сейчас плачет слезами радости, Алина Юлдашева и Сергей Машков, Иван Окладников. Аплодисменты. Алена Чайко, Алена Чайко, которая решай. Теперь чуть-чуть подальше отойдет. Все, друзья, хватит теперь тянуть непонятно что. Давайте говорить, кого мы спасаем. Саша, ты девушка, тебе право спасения первое. Ты мужчина, я хочу, чтобы этот тяжелый шаг сделал ты. Хорошо. Я спасу одного из вас. И, в принципе, наверное, этот человек догадывается, потому что я не скрываю, что это фаворит еще с прошлого проекта. Андрей, ты в проекте. Поздравляю! Аплодисменты, Андрей Кириллянов. Ну что ж, мне уже начали кричать сзади, кого спасать, кого не спасать. Но я все-таки воспользуюсь тем, что мне разрешили высказать именно свое мнение, так как мы с Василием Жиленко вступаем в баттл, и ровно через месяц мы на этой сцене выдвинем своих участников. У Василия Жиленко это Андрей Кирьянов, которым он будет заниматься целый месяц лично. Я выбираю участника для себя, которым я буду заниматься именно целый месяц. И дальше мы на сцене будем с тобой соревноваться, выиграть большие призы. И я... От себя. Прям соревноваться в пении или просто я могу как бы с Андреем позаниматься, подеремся? Может, он все, что хочет. И через месяц мы с тобой выйдем сюда, и моя Наталья Масник порвет его! Да! Пускай меня многие не поймут, но я хочу так, это мое решение. Поэтому, Вась. Итак, три спасенных человека в целом.
Андрей Кирьянов, Наталья Васик, Света Байкова. Ребята, вы молодцы и вы не подведете. Мы в вас верим. Ребят, вы сделали все, но мы уверены, что это не поражение, это лишь шаг для того, чтобы в следующем конкурсе прийти и сделать всех вам самые мощные аплодисменты. Ничего сказать поэтому просто. Давайте сейчас аплодисменты участникам, которые прошли замечательный первый этап проекта «Как стать звездой» и на данный момент сегодня покидают эту сцену. Но я думаю, мы еще встретимся. И также сегодня у нас нет участницы Татьяны Смирнова, которая также покидает проект «Как стать звездой». Аплодисменты, ребят! Мы пока говорим вам до свидания, но мы не говорим вам прощай. Аплодисменты! Дорогие друзья, хоть вы и покидаете проект, но вам утешительный приз. А теперь давайте-ка сделаем себяшку, друзья. Все попочнее, попочнее. Эй! Все кричим. Эй! Ну что ж, а мы готовы продолжить. И я хочу сказать, что те участники, 15 человек, которые сейчас остаются на этой сцене, давайте их вместе посчитаем. 15 человек, которые прошли во второй этап, это Алена Чайко, Иван Окладников, Алина Юлдашева, Сергей Машков, Наталья Масник, Светлана Байкова, Алена Емельянова, Мария Синоверская, Андрей Кирьянов, Артем Скай, Михаил Максимов, Дарья Кузьменко, Владимир Никитченко, Ксения Пушкарева, Ольга Михайлова и Анна Страутман. Им просто не повезло. Потому что те участники, которые покинули проект только что, они так раз в неделю выступали. Они могут просто отдыхать и... Они раз в неделю походили, выступали, видели нас с тобой. Все было здорово. А у вас начинается работа. На самом деле работа такая, чтобы стать звездами, зарабатывать на этом денег, строить в этом свою жизнь, знаменитыми подниматься по лестнице. Мы будем вашими продюсерами, 40% от заработка, да? 45. 5, тебе 40, не окей, дальше. А, сейчас. У нас по половинке. Вот если моя Наталья Масник победит... А, 40 тебе, 40 нет. Все, классические продюсеры, окей. В общем, ребят, начинается работа. И поэтому завтра мы встречаемся, подписываем договора, время, графики, место, время, час, занятия, выступления. Встречаемся мы по адресу Московский, 73. Забираем завтра. У вас паспорта. Время. Я там нахожусь с 8 утра круглосуточно до 6, да, 2 часа я сплю иногда, поэтому... Я сплю до 3 дня, приеду к 5. С 8 до 6, да. Никитченко, ты в 5.45 приедешь, я тебя не жду, честно. Ребята, аплодисменты вам, вы во втором этапе. Друзья, также давайте поаплодируем человеку, который сегодня у нас отвечает за музыкальное оформление. Алексей Комас, наш диджей. Диджей Леша Комас. Ну что ж, и Ксения Энкель, аплодисменты. Также замечательному человеку Дмитрию, который также отвечает за звукорежиссуру. Человеку, который нас сегодня фотографировал, Владимир Прокопович. Замечательные видеооператоры из студии Bender TV. Михаил Лазарев. Также хотелось бы уделить внимание замечательным компаниям-партнерам Татьяна, Мэри Кейс и Соляная пещера, которая присутствует сегодня в зале. Ну что же, на этом уже окончательно все. Нет, не все, потому что я хочу представить вам замечательного ведущего проекта «Как стать звездой» Василий Жиленко. И моя очаровательная соведущая Александра Синёк. Проект «Как стать звездой» не заканчивается, потому что именно сейчас мы отправляемся к нашей замечательной шкатулке и все-таки разыграем 10 призов. А, давай.